Давно ждал от Monopod'а чего-то такого свежего. Компания Polar Pro порадовала и выпустила Monopod со встроенной батареей. Новинка получила название SP Power Polar Battery. Выполнен из прочного алюминия, весит всего 368 грамм, а его длина от 43 до 76 сантиметров. Ну а самое вкусное — это встроенная в рукоятке батарея на 5200 мАч, а на кончике сразу два полноценных USB-разъема, которые позволят как и заряжать GoPro во время съемки, так и просто подключить смартфон на подзарядку. Превосходно, Polar Pro! Не забывайте, что разъемы открыты и Monopod боится воды, но станет отличным помощником в длительных путешествиях.